Когда-то Ксения Качалина блистала в кино и театре. Она была одной из самых выдающихся актрис. Ей пророчили головокружительную карьеру. Ведь молодая актриса обладала необычайным талантом и яркой внешностью. Однако сама Ксения не сильно тяготела к работе. Она вышла замуж за Михаила Ефремова и родила дочь. Ее жизнь кардинально изменилась, а сама актриса скатилась на самое дно. Качалина начала выпивать на пару с мужем, но потом не смогла остановиться. Это стало настоящей пагубной привычкой. Ксения забросила себя, дом и даже дочь. Выпивка кардинально изменила ее внешне. Сейчас в ней не узнать прежнюю красавицу. Актриса выглядит старше своих лет, а ведь ей всего 50. Но ее легко спутать с 70-летней старушкой. Дочь Анна-Мария отреклась от матери. Раньше актриса жила за счет бывшего мужа. Он обеспечивал ее необходимым, платил коммуналку. Однако Ефремов попал в тюрьму, поэтому Качалиной никто не помогает. Она живет в разрухе, в своей квартире в центре Москвы. Женщина окружена многочисленными кошками. Иногда она спускается в магазин, чтобы приобрести сигарет, горячительный и еду для кошек. К слову, Ксения Качалина хочет подать в суд на свою дочь, чтобы та платила ей алименты. Хотя стоит отметить, сама Анна-Мария живет за счет крестной и жены своего отца. Что думаете вы по этому поводу? Делитесь своими мыслями в комментариях.